маленькие пуговки-танцовщицы дарят свой яркий номер юным железнодорожникам и их наставникам. Сегодня праздник. Летний поезд уходит в свое 63-е путешествие. Детская железная дорога вновь оглашается гудками тепловозов. На открытии почетные гости. Губернатор области Юрий Берг, глава города Оренбурга Евгений Арапов. Звучат поздравительные речи, вручают награды. В кульминации церемонии ввысь взлетают грозди воздушных шариков. И вот посадка в вагоны. Первыми пассажирами нового сезона по традиции стали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. До отправления поезда остались считанные минуты. Машинист и его помощник получают последние указания наставника. Проводницы приглашают занимать места. Для Виктории Поповой этот день особый. За успехи в школе юных железнодорожников она получила благодарность и памятный подарок. Профессию покорителя стальных магистралей осваивает второй год и считает особенной. Именно детский железнодорожник, его без обучения сюда не берут. И все мои друзья удивляются, ну, как ты сюда попал, как ты тут работаешь. А сама работа железнодорожника меня привлекает, ну, какая-то она особенная. На сегодня в Оренбургской школе юных железнодорожников проходит обучение 635 ребят. И каждый из них этим летом побывает на практике. Дети все готовы, и машинисты, и помощники, и проводники, то есть все к сезону готовы. Детская дорога будет работать по режиму, но в этом году она будет работать с 11 часов по просьбе горожан и будет работать на час попозже, чтобы люди могли приезжать к детям после работы в лагеря и возвращаться. Детский поезд все лето будет курсировать по маршруту Беловка-Дубки, помогая родителям без проблем навещать ребят, отдыхающих в загородных лагерях.